сегодня немножко забыл сказать о самом важном, для чего вообще снималось первое видео. У нас такая вот красота на маяке сейчас, солнышко только что спряталось, температурка воздуха начала падать, я вам отвечаю, пока было солнце, было 16, почти 17 градусов. То есть я стою расстегнутый, куртки просто другой нет, шапки нет, ничего нет, погода кайф на самом деле. И вот так вот люди приезжают тоже посмотреть на море, Юрина гора впереди. И есть у меня еще пару слов. Татьяна Коростылева, поздравляю с днем рождения. Желаю вам счастья, любви вам даст муж ваш. И как бы крепкого здоровья, долгих лет жизни. В Ставрополь огромнейший привет. Я в погодном видео это тоже забыл сделать, разволновался немножко. Сорян, бывает иногда. Сейчас без стабилизатора съемка, потому что готовлюсь к кое-чему интересному. В общем, всем пока-пока. Ждите сегодняшних эфиров, я думаю, будет интересно. С вами был еще раз Юрий Азаровский. До следующего видео.